symphonies. Before all I heard was silence. Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как убрать прицел, когда вы забиваете голову. Вы видели, сейчас у меня не было прицела, вот сейчас еще раз посмотрите. Вот прицела не было, а прицел появляется даже тогда, когда вратарь сейвит. Вот смотрите, сейчас будет гол, надеюсь, нет. Не забили, вот сейчас, смотрите, забью, и прицела не будет. Как сделать так, чтобы прицел убрать? Потому что кого-то это бесит иногда, а в принципе мне он не мешал. Я решил записать для вас вот такой видеоролик. Для этого мы переходим в параметры, далее в настройки, спускаемся вниз и видим визуальный отклик. Если у вас включено, включен визуальный отклик, то у вас, соответственно, прицел будет. Если у вас он выключен, то прицела не будет. Сначала у меня, вот сейчас он у меня был выключен, когда я играл. Вот давайте включим и проверим, будет ли сейчас у нас прицел. Так, нашли мы соперника, и сейчас я вам продемонстрирую, как работает настройка, как это изменение, и будет ли прицел. Выбиваем мяч сразу же, чтобы не задерживать время. Вот смотрите, делаем шот, и прицел появился. Даже когда вратарь сейвит. Сейчас закончим мяч, чтобы он вращался. Так, мы делаем, мы проигрываем 1-2. Сейчас сравниваем. Подача на Инзаги. Инзаги должен пушку, так, пушку в девятку. Молодец. 3-3. Ронадо может лонгшотик. Ой, это залетает под перекладину прямо. Инзаги. Не залетает, парирует. Наверное, у нас 4-4 еще. Ронадо вот тут должен забивать. Да, вообще никуда не дает. Не надо. И до нового добить. Шанс на Инзаги сравнить. Облак парирует. Облак, какой-то облак. Мы уже проиграли. Ой, да вот здесь я буду не забил. Давайте перейдем. Сначала мы откроем один пак. Бесплатные пакетики. Как-то раз я открыл пакет, и мне выпал Погба 94. Я его продал за 1 700 000. Вот такое получилось видео. Обязательно ставь лайк, если видео понравилось. Если новенький, обязательно подпишись на канал, потому что, ну, ты в любой момент можешь подписаться, а мне будет приятно, что ты подпишешься. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. Всем огромное спасибо за просмотр. Счастливо!